Сегодня я буду трейдить своего шеф-ТВ-мена Dolly Tower Defense. Поставьте лайки, подпишитесь, если хотите увидеть обнову как можно раньше. И всем привет, ребята! Сегодня я буду трейдить на вашего нового шеф-ТВ-мена, который уже не особо новый, потому что выходит следующее обновление, но я хочу его затрейдить, и погнали прямо сейчас на трейдинг плазу. Так, ребята, давайте мы включим трейды. Надеюсь, они у нас включены. Они уже включены, ребята, отлично. И поэтому давайте уже присылать нашего, получается, шеф-ТВ-мена и будем писать трейд шеф ТВ мен. Получается, челик нам присылает не особо крутой трейд, отклоняем сразу же и будем смотреть другие трейдики других игроков. За это видео мы должны поменять как минимум 3 трейдинг плазы и получается, так, смотрим, у нас получается кличи, но за клича я не обменяю, за клича это очень мало. Я дальше иду танкомонки, смысла смотреть дальше нету. Очень обидно то, что люди не воспринимают всерьез шеф ТВ мена, потому что хотелось бы его затрейдить на как больше, можно больше потенциал, у него есть огромный потенциал, чтобы просто взять и появиться. Также на апгрейде титан спикермена не особо выгодно. Нам нужно как минимум иметь там пару... Ох, ноу, ребят, ну тогда сори. Сори, давай-ка тогда пойдем на другую трейдинг плазу или посмотрим, давайте на другой, на лобби тэпнемся и посмотрим, где же тут вот, ага, опять надо на трейдинг плазу идти, ладно, окей, так уж и быть, вернемся, ну а ты ставь лайк, чтобы просто поддержать меня, потому что вот на трейдинг плазу тэпаться очень сложно. В общем, ребята, давайте погнали, посмотрим, что у нас здесь есть. Мы зашел, а я думал, это пустая трейдинг плаза, однако это не пустая трейдинг плаза. Отправляем всем трейды, и что-то там трейды не принимают, ребята. Так, и кто-то в трейде, кто-то не принимает, а кто-то принял, и сейчас, наверное, предложит какую-то не очень крутую штучку. Давайте напишем туда трейд шеф ТВ-мен парочку раз, чтобы понять, что происходит у нас. Челик, видимо, не хочет нам его трейдить, он просто стоит 5 секунд и ждем 5, 4, 3, 2... Один, в итоге челик ничего не сделал. Давайте тогда примем трейд у этого челика. И мы поставим шеф ТВ-мена. Две леги этих очень мало. Очень, ребята, мало. Поэтому давайте напишем ему плюс. Пускай он добавляет. Посмотрим, что у нас добавится. Добавляет пускай. Не, леги вот эти добавлять смысл нету. Сори, челик, ты какой-то не очень понимаешь, что тут у нас происходит. Давайте тогда... давайте шеф ТВ-мен, трейд шеф ТВ-мен. Дальше вот так, отправляем в чатик, смотрим, что нам дают. Но, видимо, из-за скина мне кажется, что он много нам не даст. Видимо, максимум это камера Woman, и он нам вообще ничего не дает даже. Поэтому, ребята, его отклоняем и смотрим, что у нас есть. Давайте индейкой поставим, а нам уже кто-то присылает. Шеф ТВ, какой-то у нас шеф ТВ мен трейдинг, Хьюджи Баджи, 11 ксей, ребят, стоит. Слушайте, это очень выгодный обмен. Давайте посмотрим ее акцепт. Типа, я могу сейчас спокойно нажать. То есть, по факту, трейдик можно заключить, ребята. Заключаем трейдик. Он думает, он, ребята, пишет, если честно, это очень выгодный обмен. Подожди, он написал. Окей, давайте подождем, ребята. Но, тем не менее, шеф ТВ-мен стоит всего лишь 5к гемов. То есть, я буду в мега-вине. Хотя его можно спокойно обменять на коррупт камерамена, ребят. Поэтому, я не знаю, некоторые типочки... нет, он говорит, нет, он не будет, окей. Тогда челик, окей, но его можно спокойно на коррупта-то обменять. Ну ладно, уже не спокойно, но можно обменивать на коррупта до данного мифика, ребят. Поэтому давайте посмотрим, что нам дадут за этого. Но тот челик очень хороший трейд нам кинул, и было довольно-таки неплохо. Вот, ребят, смотрим, трейд шеф ТВ-мен, посмотрим, что нам выдадут за этого, ну, шеф ТВ-мена. Потому что, ну, хотя челик, а вот, челик нам что-то кидает. Но этого недостаточно, как минимум нужно 2-3 мифика иметь. Ну вот так уж и быть, он на одного мифика наскреб более-менее, но на остальных нет. Так что, сори, челик, соренчик, мы пошли вот других трейдить. И давайте здесь будем трейдить нашего шеф ТВ-мена, еще в чате напишем для полной уверенности. И что нам, челик, кидает что-нибудь? Он нам кидает турки крейты. Но, ребята, это не особо. Подождите, вот он реально, подождите, хотя... А ну, он согласится? Согласится? Он соглашается, ребята. Поэтому по факту трейд сделан, но просто я никого не хочу трейдить. Довольно-таки выгодный обмен, можно сказать, но... Но, ребята, если только перетрейживать эти крейты, а не открывать. Если открывать, то не особо так-то и выгодно будет. Поэтому давайте трейдим с остальными типочками. Давай-ка здесь мы напишем вот так вот. Но синий момент для такого челика очень мало. Давай так что добавляй. Плюсик пишем ему в чатик и посмотрим, что он нам выдаст. Он что-то какой-то эмоди, типа... Ну, дальше у него какой-то ширпотреб, поэтому сорянчик, кроме эпика, вся ширпа была. Окей, давайте смотрим вот так, вот так вот. Давайте кидаем трейдики по-тихому вот так. Так, кидаем вот так, скидываем еще вот в чатик, и, в принципе, let's do, let's get it.
Ребята, давайте быстрее, быстрее. Смотри, что ты добавляешь. Ладно, ничего, ничего не добавляет. Погнали на следующую трейдинг-плазу. Итак, ребят, зашел на последнюю трейдинг-плазу. И давайте уже кинем трейд последнему нашему человеку, который примет. И посмотрим, что у нас будет. Например, вот этот, ладно, он нам кинул сам. Давайте быстрее, давай. Вот здесь трейд шеф ТВ-мен. Смотрим, что он нам выдаст за такого шеф ТВ-мена. Он нам готов дать апгрейд Титан Спикермен и Синистра. Кстати, довольно-таки выгодный трейд, давайте его примем. И, блин, ребята, деклайн, потому что по факту считаем то, что это по факту вин. Вот это небольшой такой вин, ну, можно было и на получше затрейдить. Давайте прямо ластового челика кидаем. И скидываем ему вот этот текст и смотрим, что он нам даст за этого шеф ТВ-мена. Ну и кидает он нам ширпотреб, он нам не нужен. И, ребята, спасибо, что посмотрели данное видео. Желаю вам всего хорошего, всем удачи и всем пока-пока, ребята.